Одиноко проживающие подмосковные пенсионеры старше 70 лет начнут получать дополнительную материальную помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Если пенсионер получает меньше 16 800 рублей в месяц, то он получит плюс 700 рублей каждый месяц. Это потребует дополнительных расходов бюджета. Но эта мера поддержки крайне востребована, и мы пойдем на эту меру с 1 января 2016 года, сказал Воробьев на заседании правительства. Глава района Олег Хромов провел выездной прием населения в администрации сельского поселения совхоз имени Ленина. Основные вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, проверки законности проведения строительных работ, обустройства пандуса для инвалидов-колясочников. Олег Владимирович убежден, что такая системная работа на местах позволяет более продуктивно решать целый ряд проблем каждой конкретной территории и каждого жителя. В Московской областной думе прошла церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». Начальник отдела исполнения бюджета финансового управления администрации Ленинского района Елена Малаканова стала победителем в номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов». Предстоящему зимнему сезону 2015-2016 года в Подмосковье даст старт акция «Зимний парк». В ее рамках 1 декабря одновременно в 17 часов в 36 парках культуры и отдыха в разных муниципальных образованиях Московской области, в том числе и в городе Видное, начнутся праздничные мероприятия, а в 18 часов засверкают огнями новогодние елки и будет зажжена красочная иллюминация.